по физической подготовке, ну и, собственно говоря, вот такое общение, оно позволяет людям чувствовать себя физически в хорошей форме. Поэтому я думаю, что этот проект очень важен. Я думаю, что Леонид Кирилович расскажет, потому что прийти может, конечно, желающий. Значит, сейчас вопрос, значит, у нас приведено комплект палок для скандинавской ходьбы. Вот. И в дальнейшем, собственно говоря, я думаю, что такой опыт, он дальше будет распространяться. Нормально отрегулировалось. Так, значит, R правая и L левая. Значит, в городе Иваново. У нас каждый парк, начиная с парк Каренко, парк Революции, годы парк Степанова, на регулярной основе проводятся занятия по секретарю такие. Проводят общественные доктора, которые подготовили на двухдневном семинаре. Расписание с вторник, четверг и суббота в 11:00. Встречаемся прямо здесь, в колеса обозрения. У кого палок нет, мы выдаем. У нас есть палки, приобретенные за счет фонда президентских грантов, за счет субсидий города Иваново и за счет субсидий правительства области. За исключением, у нас в парке Революции 905 год, там только два раза в неделю занятия, четверг и суббота. А в парке Степанова точно в таком же режиме. Вторник, четверг, суббота, в 11:00. Мы приглашаем всех. Конечно, желательно, чтобы палки были свои, но, в общем-то, мы даем, ну, количество ограничено. Вот маршруты какие, то есть протяженности? Ну, вот знаете, мы, что касается летом, когда хорошая погода, когда сухо, мы все же выбирали просто по трогам ходить. Ну, а вот зима, осень, мы ходим в платье тропе здоровья, ну, иногда куда-то отходим. А так, точно так же и в тех парках. Как вот активно, например, вот по паркам принимать участие? Вот в парке Каренко у нас группа, та, которая сложилась, не у всех три раза в неделю получается, но минимум два раза люди стараются выбрать, чтобы приходить. Это наш постоянный костяк, и мы приглашаем. Вот я вчера пригласил ветеранской организации, поздравлял их управление Федеральной службы спасения в Казани, поздравлял их ветеранов с праздником и пригласил также принять участие. Они откликнулись, и, в общем-то, я жду отдельную группу. То же самое, там был председатель ветеранской организации УВД Скляров, пригласил их. Я говорю, давайте, ребята, подходите. Так что мы ждем пополнения. А вот вы сейчас вот палки настраивали. Какие они должны быть? Значит, палка, она выбирается таким образом. Когда ты стоишь прямо, то есть рука образовывается под прямым углом. Поэтому лучше, конечно, приобретать палки, которые регулируются. Почему? Потому что если вот мы выбрали это оптимально, прямо в руку, а если мы чуть ниже, конечно, легче будет ходить, а чем мы выше, то немножко тяжелее. Кстати, я еще рекомендую, с нами сегодня будет проводить занятия кандидаты медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Иванской медицинской академии Чистякова Юлия Владимировна, она здесь. И она как раз проведет не только открытую тренировку, мастер-класс, но одновременно еще раз в такой популярной форме расскажет, как правильно дышать, как правильно ходить. Поэтому наши партнеры Иванской медицинской академии нам молодцы помогают. Я участвую в этом проекте. Я являюсь членом федерации по всей ходьбе. И прихожу в парки города Иваново проводить занятия. Во-первых, скандинавские ходьбы могут заниматься люди с разной физической подготовкой. И независимо от того, чем раньше занимались, да, какой физической активностью. В принципе, для скандинавской ходьбы не надо каких-то особых условий. Удобная одежда, обувь и палки для скандинавской ходьбы. Очень хорошо этот вид физической активности подходит людям, у кого проблемы с суставами, с позвоночником, с лишним весом, кто перенес коронавирусную инфекцию, не очень тяжелые формы. И как восстановление очень хороший вид физической активности. Ну, кому нельзя, те, кто, соответственно, не может передвигаться в данный момент, да, потому что просто не сможет пройти. Ну и, соответственно, с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями, которые мешают заниматься этим видом физической активности.
Ну, вообще структура занятий с скандинавской ходьбой включает разминку, основную часть и заминку. И вот мы начнем с разминки. В разминку включаются различные физические упражнения. Я также включу дыхательные упражнения сегодня, потому что в нашей сегодня группе занимающихся есть те, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Вот. Дальше мы походим, позанимаемся, и занятие, соответственно, закончится заминкой, в которой мы включаем упражнения на расслабление мышц и на растягивание мышц, еще и на координацию движения. Разрешите мне представить, сегодня у нас тренировку, открытую нашу тренировку проведет доцент кафедры госпитальной терапии Ивановской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Чистякова Юлия Владимировна. Она является членом команды нашего проекта по северной ходьбе и одновременно она член совета регионального отделения Федерации северной ходьбы Ивановской области. Поэтому ей предоставляется слово и проведение тренировки. Какие вводные? Юлия Владимировна, пожалуйста. Я всех приветствую сегодня. И наше занятие мы традиционно начнем с вами с разминки. Вы помните, да, что цель разминки заключается в том, чтобы подготовить наши мышцы, наше сердце, нашу дыхательную систему к физическим нагрузкам. Потому что сразу начинать с физической нагрузки не рекомендуется, да, на неподготовленный организм. Итак, мы занимаем удобное положение, таким образом, чтобы было расстояние в стороны. Принимаем положение удобное. Соблюдаем дистанцию в стороны, вытягиваем руки вперед, чтобы перед нами тоже была дистанция. Берем палки вот таким образом и начинаем маршировать на месте. Маршируем. Очень активно. Амплитуда движений. Соблюдаем осанку. Плечи развернуты, взгляд направлен вперед, и улыбочка на лице. Остановились на ширине плеч, делаем движение, поднимаемся на носочки, перекат на пяточки, упираемся на палки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, и два, три, четыре. Поставили ноги на ширине плеч. Прямые руки с палками перед собой. И начинаем выполнять круговые движения. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Постоянно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Поставили палки перед собой. Ноги вместе. И выполняем движение плечиками. Вверх и бросаем вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
в шейном отделе позвоночника. Наклоняем голову медленно к одному плечику. В исходное положение возвращаемся и к другому. Медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь мы опускаем подбородок вниз и делаем вот такие повороты в одну сторону, в исходное положение, и в другую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Складываем палочки. Поднимаем вверх. И делаем наклоны ноги на ширине плеч. Вправо. В исходное положение. Влево. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Берем палку таким образом. Держимся за середину палки. Руки прямые в стороны. И начинаем круговые движения вперед. 10 раз. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Молодцы. И делаем дыхательные упражнения. Смотрите, поднимаем палки вверх. Руки прямые, делаем вдох. Опускаем. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. И вдох носом, выдох через рот. Вернулись в исходное положение. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох через нос, выдох. Делаем повороты назад. Право. Раз. В исходное положение. Два. Теперь в левую сторону. Раз. Два. Влево. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Сгибаем локтевые суставы и палку заносим за спину. Насколько это возможно. Нет, можете повыше. Повыше держать. И смотрите, делаем скручивающее движение, разворот. Значит, в одну сторону и, соответственно, в другую. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. И раз, два, четыре. Возвращаемся. Вдох через нос.
А выдох делаем сначала на правое плечо. При этом упражнении, еще раз акцентирую внимание, вдох продолжительный через нос, потом делаем губы трубочкой и как бы дуем сначала на правое плечо. Потом опять делаем вдох через нос и выдуваем на левое плечо. Давайте попробуем. Опора на палку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. А теперь смотрите. Тоже дыхательное движение, только когда мы будем делать выдох через сжатые губы, мы будем поднимать голову вверх, как будто на небо будем дуть. Итак, вдох через нос, выдох вверх. Еще раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Подышали немного, спокойно, чтобы не кружилась голова, да? Раздышались. А теперь такое же движение делаем. Вдох носом, а выдох вниз. Итак. Вдох. Выдох. Вдох короче, выдох длиннее. И еще раз. А теперь выполним динамическое дыхательное упражнение. Палки перед собой. Держим посередине. На счет раз отводим руку в сторону. Вдох. На счет два. Выдох. Палка перед собой. С левой рукой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще одно дыхательное упражнение. Значит, это упражнение называется дыхание через сжатые губы. То есть мы делаем также вдох носом, а когда мы выдыхаем воздух, мы плотно сжимаем губы. Дыхательную систему и помогает расправиться нашим легким и улучшить вентиляцию наших легких. Особенно тем пациентам, людям полезно, которые перенесли недавно коронавирусную инфекцию. Давайте, опора на палки. Делаем вдох и выдох через сжатые губы. Еще раз. Вдох. Выдох. И еще раз. Выдох. Ставим прямые руки с пальцами вперед. И делаем пружинистые наклоны. Вернулись в исходное положение. Еще раз. Так, пружинистые. И еще раз. А теперь смотрите, наклоны в сторону. Значит, палки в стороны, руки прямые. И делаем наклоны. Тоже пружинистые. Сначала в одну сторону, а затем в другую. Вправо. Наклоняемся. В исходное положение возвращаемся. И влево. И еще раз. Вправо. Руки прямые. И влево. А теперь выполним махи ногами вперед и в сторону. Итак, палки ставим широко, руки прямые. И начинаем движение. Правой ногой прямой вперед, назад.
вперед. Сохраняем равновесие. Упираемся. Остановились. А теперь махи делаем левой ногой. Видите, даже положительные комментарии в нашу сторону. Все нас заметили. Заметить нас нельзя. А теперь выполняем махи в сторону. Также ставим палки широко. Сначала правой ногой. Делаем махи вправо, влево. А теперь левой. Стараемся амплитуду хорошую выбирать. Правую ногу коленом на тазобедренном суставе и делаем движения круговые в тазобедренном суставе вправо и влево. Отдохнули немножко, встряхнули ноги и сгибаем левую ногу с коленом и тазобедренным суставом. Теперь левой ногой работаем. Сначала снаружи. И теперь упражнение в голеностопном суставе. Поднимаем согнутую в колене правую ногу и делаем движение в голеностопном суставе. Стряхнули ноги и сделали последнее упражнение дыхательное. Давайте вдох через нос и выдох. Еще раз вдох, выдох, и еще раз вдох, выдох. Наша разминка закончилась. Спасибо. Спасибо. Сейчас еще на одну минуточку. Уважаемые коллеги, я умышленно не стал представлять. У нас сегодня присутствует на нашей тренировке, на открытой тренировке, председатель Ивановской городской думы Кузьмичев Александр Станиславович. Дорогие друзья, да, мне бы хотел сказать слова благодарности Леониду Кирилловичу, замечательному преподавателю нашему, так сказать, которого действительно мы можем восхищаться, за такую тренировку и за ваше активное участие в развитии здоровый образ жизни и спорта в нашем городе. Вы настоящие молодцы, настоящие герои. И всем это пример надо всем показывать. Девушки тут шли и говорят, как вас много стало, размножайтесь, говорит. Да, это правильно, нас должно быть больше, потому что вместо того, чтобы сидеть у телевизора и смотреть всякие ненужные передачи или у компьютера, лучше вести здоровый образ жизни. Для того, чтобы сохранять молодость. Потому что душа вечная, я вам точно хочу сказать. Вы такие же молодые, красивые, бодрые. Всем здоровья, всего самого-самого доброго. С огромным уважением и огромной слава благодарности вот этим двум замечательным людям, которые являются инициаторами этого замечательного проекта. Да, нашей скандинавской северной ходьбы. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хотел просто дополнить. Александр Станиславович с самого начала формирование нашего проекта его поддержал, нам дал хорошее письмо поддержки и ходатайствовал, чтобы часть палок была выделена для парков города именно по субсидии города Иваново. Поблагодарим. Ну, ладно. Вам спасибо. 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 Ну, я надеюсь, вы с нами... Да, конечно. Минуточку. У меня есть объявление. Я выношу благодарность нашей Думе. Это единственный город в Иванове, где разрешается ходить до 18 часов без кодов непривитым людям. Ура! Ура!
уважаемые коллеги, вот если мы будем сегодня идти по асфальту, то нужно одеть сапожки. Это вот такие наконечники. То есть для того, чтобы вообще техника ходьбы соблюдалась. Я вам сейчас покажу без наконечников, они у меня в кармане, потом я их, соответственно, присоединю. Значит, правильно фиксируем палки, да, то есть одеваем правильно. Вот это называется у нас темляк, то есть это поддерживающее устройство, оно необходимо для того, чтобы соблюдалась техника ходьбы. Вот это основное, как бы, отличие от лыжных, например, палок. И, соответственно, вот мы сейчас с вами пойдем. Нужно будет соблюдать правильно технику ходьбы. А что, соответственно, нужно соблюсти? Ногу на пяточку и потом перекат на носу. То есть это основное правило ходьбы скандинавской. Значит, на пяточку перекат на носу. Дальше движение рук и ног должно быть синхронизировано. Да? То есть если мы ставим вперед правую ногу, то вперед идет левая рука. Когда мы ставим вперед левую ногу, вперед идет правая рука. А следующий момент. Когда мы ходим, первое, что корпус. Смотрим, как у нас корпус. Корпус прямой, да? Но делаем небольшой наклон. То есть перед тем, как сделать шаг, первые шаги, мы немножко корпус наклоняем вперед. Но взгляд перед собой. То есть не вниз, не вверх, а перед собой. А следующий момент. Вот мы сделали шаг. На пяточку, перекат на носок. И, соответственно, ставим палку. Палка ставится под острым углом поверхности, по которой мы ходим. Не таким образом. Да? То есть она ставится вот таким образом. Для того, чтобы сделать потом толчок. То есть еще один... Одно условие ходьбы скандинавской, северной ходьбы, это толчок. То есть мы часть веса переносим на палку и делаем толчок. Толчковый элемент. А дальше, когда мы делаем следующее движение другой ногой, эта рука у нас уходит назад. Для этого нам и нужно вот это поддерживающее устройство. Да? Наша рука расслабляется, и движение руки с палки назад. И мы опять ее делаем. То есть вот такое, как бы, несколько слов о технике ходьбы. Коллеги, коллеги, у нас просто есть еще, мы с вами, давайте сделаем общее фото на память о нашей сегодняшней тренировке, если вы не возражаете. Давайте, ну, давайте на фоне, вот туда.
Вот так ее, так. Пренебрежительно. О, прям видно, что ходишь регулярно. Очень красиво. Это вы красиво пройдите. Возвращаемся в исходное положение. Дыхание
свободная. Еще раз поднимаем. Руки с палками вверх. И немножко заводим назад. Прогибаем. Вот чтобы голова не кружилась, лучше смотреть перед собой. Потому что когда мы смотрим вверх, переразгибание в шейном отделе, и голова может закружиться. Палки за спину. Берем широким хватом. И делаем ноги пошире. Делаем наклон вперед. И палки заносим за собой. Делаем вот такое растягивающее движение. Возвращаемся в исходное положение. Еще раз повторяем наше упражнение. Наклон. И палки за собой. И давайте еще раз повторим. Так. Берем палки в руки. Стали как можно дальше вперед. И тянемся. Которые на палки. Чтобы все мышцы, все мышцы задней поверхности ног растянулись. И еще раз повторяем. Растягиваемся вся поверхность. Теперь смотрите, упражнение называется стульчик. Хорошо вам знакомое. Ставим палки с упором на землю, руки прямые и сгибаем ноги, колены, тазобедренных суставов и делаем такое пружинистое движение. Называется стульчик. Отдохнули. И еще раз повторяем. Такие пружинистые движения. А теперь делаем выпады вперед. И мы делаем шаг вперед и растягиваем мышцы ног. В конце занятия это вообще очень приятно сделать. Стойте, стойте, стойте. Пружинистые движения. Возвращаемся в исходное положение. И то же самое мы проделываем с левой ногой. Опора на палки. Потянули мышцы. Очень хорошо. А теперь ногу назад и теперь растягиваем заднюю поверхность. Вот эта нога прямая, и мы стараемся ее поставить на стопу. Таким образом мы растягиваем заднюю поверхность ног. Вернулись в исходное положение, и теперь левая нога у нас. Растягиваем. Следующее упражнение у нас называется ласточка. Ласточку можно делать в разных вариантах. Вот вы привыкли какую ласточку делать? Значит, правая рука вперед, опора на палку. Кончик левой палки упирается, соответственно, в стопу. И мы вот таким образом делаем ласточку. Вот таким образом. Помогаем левой палкой растянуть мышцы. Понятно. И теперь меняем, соответственно, положение. Упор левой палкой. Ногу ставим таким образом. Палку, правый упор ставим. И вот мы помогаем, делаем ласточку. Ой, нет, нет. Ласточка не улетает. Да. Можно ласточку делать таким образом. Упираемся на две палки и просто поднимаем ногу. Так, стараемся же не прятать. И мы упираемся, чтобы не потерять равновесие. Еще раз.
теперь потянемся в правую сторону. Тянемся. И в левую сторону. Еще раз. В правую. И в левую сторону. А теперь смотрите. Потянем мышцы ног. Захватываем левое колено левой рукой. И прижимаем к себе. А упор на две палки. А теперь смотрите за голеностоп. И притягиваем. Это точно не мое. Спине. Я ему не достаю. Поменяли положение. И теперь правой рукой правое колено притягиваем к себе. Держимся за колено и упор на палке. Поставили ногу. И теперь притягиваем к задней поверхности. Делаем снова дыхательные упражнения. Давайте теперь вот таким образом берем перед собой и делаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, вдох, грудную клетку раскрываем, выдох. Вводим руки и закрываем грудную клетку. А теперь есть два упражнения на координацию в конце нашей заминки. Складываем палочки и, значит, поднимаемся на носочки. Смотрим перед собой, пытаемся положение зафиксировать. На носочки. Вернулись в исходное положение. Давайте еще вот такое движение сделаем, палки за собой. И то же самое, поднимаемся, сохраняем, поднимаемся на носочки, сохраняем положение. Смотрим перед собой, не наверх, а перед собой. А теперь смотрите. Берем палку вот таким образом и проверим вашу координацию. Делаем такое движение и такое движение. Палку в левую руку и еще раз повторяем, меняем положение рук. Если обоими? Можно и двумя, одновременно делать двумя руками. И давайте еще для левой руки. Ну, наше занятие на сегодня закончилось. Все молодцы, очень хорошо походили, выполнили упражнения. Вот, давайте похлопаем себе. Спасибо. И еще просто. Вот поднимите руки, кто у нас переболел новой коронавирусной инфекцией. Так, никто раз, не болел. Два, три. Ага. Значит, вы все давали свои контакты Марии, да? Если кто не дал, подойдите, дайте, потому что у нас следующее занятие будет немножко раздельно еще для тех, кто проводил. С элементами дыхательной гимнастики направлен именно на профилактику вот этого заболевания или остаточных явлений после него. Хорошо, кто не дал? Хорошо, Мария, да? А в какой день будет? Нет, мы будем... В режиме этих занятий, вторник, четверг, суббота, но немножко элементы специализированной разминки, они немножко дополнятся для тех, кто переболел. Кстати, вот на что просто обратить внимание, скажите вот сейчас даже для тех, кто... Вот коллеги, кто переболел, вот сейчас вам Юлия Владимировна скажет, на что еще раз обращать внимание для тех, кто переболел. Для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, необходимо выполнять дыхательную гимнастику. Вот несколько упражнений я вам сегодня показала. И эту дыхательную гимнастику вы можете выполнять дома каждый день.
Можно ее делать в таком более коротком варианте, можно в более широком варианте. И когда вы ходите, вот занимаетесь скандинавской ходьбой, обязательно включайте дыхательные упражнения. Даже вот вы ходите, там, например, ходьба, немножко устали, встали, сделали несколько дыхательных упражнений и дальше пошли. То есть это вот такие вот рекомендации. И ориентируйтесь на свои ощущения. То есть вот я сегодня некоторым сказала, что самый простой способ, как дозировать физическую нагрузку, как выбрать темп ходьбы, это разговорный темп. Вот вы когда идете, и когда вы понимаете, что вы можете с кем-то немножко говорить, это оптимальный темп ходьбы. Когда вы можете, когда вы не можете вообще слова сказать, поскольку вы быстро идете, это высокий темп. А когда вы идете, и вы можете песни петь, там, это значит добавить низкий надо, темп. Нагрузки. Надо нагрузку добавить. То есть вот есть очень простой темп. И, конечно, лучше ориентироваться на объективный показатель, это пульс. Но это у кого есть пульсометр. Так, то есть такая возможность. И тогда вы можете для себя рассчитать ориентировочно 220 минус возраст и от этой формулы взять 50-60%. Это будет ваш пульс тренировочный. Значит, еще раз, значит, расчетный метод. 220 минус свой возраст, и 60% от полученного результата. Да, ну, средний возраст мы сейчас, значит, у нас здесь 70 лет, наверное, да? 220 минус 70. Не, вы видите, 7, 45. А, вы не 45 плюс. Ну, 60 ко мне, чем процент. И мы берем 60%, это где-то, ну, 90 ударов в минуту, не более. 90, не более. Так что стараемся. Да, хорошо. Давайте так, не более 100, не более 100. Надо же так, как скажем, девушка. Я средний, я сразу свои 75 прибавил. Так тут, а там остальные по 50. Ветераны 65, он уже 70 прибавил. Ну, вот такие основные моменты. Спасибо, спасибо. Благодарю, вообще отличная тренировка. Надо всем обязательно заниматься. Конечно. Взбодрился сам, да, хорошо. Молодцы. За некоторым не угнался, как говорится. Молодцы, так сказать, да. Будем тренироваться. Приходите к нам почаще. Спасибо, спасибо. Одну минуточку еще. Да, я опустил. Есть хорошее предложение. У нас, кстати, раз в месяц в проекте предусмотрено, так сказать, маршруты выходного дня. Это совместное посещение группы, выставок, театров, музеи, новые маршруты, да, музеи. Да. Мы с вами делали просто марш-броски. Вот сейчас предлагается 24 числа, 24-го, да? 27-е. А, 27-е. 27-го веселая кава, приходите все. Льготная цена, 100 рублей. Обращаться к Квасовой Лиде. Потом делаем там коллективный снимок, это наша группа. Так, да, Лидия, обращаемся. А теперь у нас... Я скажу. Ага. В общем-то, художник наша Ивановская известная, Наталья Владимировна Демьяненко. У нее и муж художник, только он графикой занимается, у нее акварель. И она очень во многих жанрах занимается этим, очень любит цветы. Ну, в общем-то, это надо смотреть. Она всех приглашает. То есть она пришла ко мне совершенно случайно, ну, как мой клиент. Вот, и мы с ней разговорились, она говорит, вот скоро у меня выставка заканчивается, народу мало. Пожалуйста, я говорю, а я как раз вот начала ходить северной ходьбой заниматься. Она говорит, пожалуйста, я вас жду, приглашаю. Вот, и все вам покажу, и расскажу, и даже, возможно, чаем напою. Вот. Ей когда? Это с 12 до 17 каждый день, кроме субботы и воскресенья. А место? Где? А место и химико-технологический университет, банка. Банка, да.